Доброе утро. Сегодня проснулась, и у нас такая вот красота на елке. Новая игрушка. Что-то не знаю. Кто-то уже придарил. Так, теперь бегом на весы. Так. 60-200. Третий день я сегодня. Зашла я на весы 61-600. Ну что, можно сказать, радует. Меня этот вес радует. Так, ну что, на завтрак у меня ананас и зеленый чай. Вчера Карина блинчики пекла, я не завтракаю блинчиками, у меня вот завтрак. Чай я уже себе заварила, вот мой чай и вот мой завтрак. Всем, кто завтракает, девчонки, приятного аппетита. Не ожидала, но зеленый чай с ананасом очень вкусно. И ананас, ну, лично мне сбивает аппетит. После него кушать не хочется. Сегодня гости. Поставила тесто на разморозку. Там картошка будет вареная. Что у нас еще будет? Икра размораживается. Здесь у нас что? Не знаю, что-то мама вытащила. Самое главное, гусь с яблоками у нас. И вчерашний салат приготовлю, потому что дети уже съели. У нас все как-то сегодня сумбурно. Мы купили билеты с детьми на мультик. Собрались на мультик. А гостей встречать оставили сестре. Так, зять купил сыр. Это на салат и на бутербродики будем делать. Огурцы. Потом чипсы нори, это Лолита заказала, скорее всего, она вот такое любит. Так, еще один сыр, намазка, еще чипсы, еще сыр. Сыр и чипсы, короче. А рис круглозерновой он купил на салат. У нас есть дома такой длинный рис, но он в салат не используется. Еще один сыр купил разный. Чипсы купил девчонкам. Еще купил соевый соус легкий, который у нас был. И для суши я попросила терияки, он купил для суши. Ну ладно. Сейчас, если успею, до мультика быстренько сделаю закуски из слоеного теста. А остальное, ну что, салат сестра соберет, гуся мама заложит в духовку. Еще мясо пожарит. Ну и все. Переключимся уже, когда придем с кинотеатра. Как будем встречать гостей, если получится поснимать. Так, сейчас мы быстренько раскатаем наше тесто для закусок. Закинем в духовку. И уже, когда с мультика вернемся, сделаем закуску. Я в прошлый раз делала и из остатков теста скатывала и потом раскатывала. Не рекомендую, потому что тесто становится жестким и лучше этого не делать. Еще нужно не забыть смазать верхушку яйцом. Мара тут как тут сразу
трется об ноги. Чего, Маруся? Грета. Тёть? Что? Выезжаем уже? Ну, 35. Привет, дочь. О, папа купил вместе варис с разными вкусами. Мам, я заложу, а ты через 15 минут вытащишь, хорошо, мамуль? Так, сейчас быстренько сделаем. Хоть чем поможем. Чем можем, тем поможем. Так, можно аккуратно их положить. Чтобы второй лист у меня поместился. Что ты там шепотом говоришь? Записываешь. А? Чтобы второй раз уже вложить, потому что у нас гусь на подходе. Идет в своей очереди в духовке. Ой. Самое главное не торопиться, все успеем. Все, сейчас сверху смажем яйцом и в духовку. Так. Сейчас быстренько смажем яйцо и в духовку. Самое главное, чтобы не забыли вовремя вытащить. А то я сейчас поставлю и уеду. Все, готово теперь в духовку на 15 минут. В кино. Мы стол уже накрыли, ждем гостей. У нас сегодня Рождество. Девчонки, всех с Рождеством Христовым. Сделала опять эти бутерброды. Ой, какие у меня родственники шумные. Салат новый сделала, но в этот раз кубиками нарезала семгу. Тут у нас крабовый, там соленья. Сейчас зять порежет гуся. Гусь, мясо, еще и картошку. Все, уже положили картошку с мясом. И гуся нарезали с яблоками. Все, всем приятного аппетита, кто садится ужинать.